Идея постановки «Шекспир» в Азербайджане задумана и реализована в Бакинской школе «Дунья». Самое интересное то, что в качестве актера выступали сами же преподаватели и студенты. Комбинация лучших произведений Востока и Запада, английского Шекспира и азербайджанского Мухаммеда Физули представила нас у зрителя сразу два бессмертных творения «Ромео и Джульетту» и «Лилии Мечнуна». Существует большой синтез и глубокая связь между ними. Сегодня мы стали свидетелями того, что они являются двумя неразделимыми частями одного целого. Сценаристы и режиссеры спектакля Афак Гамбарова и Мурат Аллахверди. По их словам, существует большое сходство в темах, на которых были сосредоточены Шекспир и Физули. Это справедливость и вера в любовь. Университет Хазар и школа Дунья всегда готовят спектакли, которые с каждым днем становятся более профессиональными и более серьезными. Сегодняшнее представление было очень оригинальным. Преподаватели и студенты справились со всей работой. Выступление было профессиональным во всех отношениях, от музыки и сцены до хореографии. Успех спектакля заложил новую традицию. Отныне для студентов будет создан новый театр, на сцене которого будут звучать бессмертные произведения азербайджанских и зарубежных классиков. Ильнара Мамедова, Хаяла Гараева, Наиб Гаджиев, CBC.